Добрый день, с вами снова компания Cahesa и канал Cahesa iCan. Сегодня у нас будет небольшой обзор автомобильный, то есть связанный со стеклоподъемниками. Часто обращаются к нам люди по разным автомобилям, решаем вопросы. Но вот в данном случае повезло так, что пришел, скажем, к сожалению, не весь стеклоподъемник, ну, можно сказать, если по механической, так практически весь, а вот электрический хотелось бы рассказать, но нечего показать. Единственный акцент хочу сделать на том, что это у нас Volkswagen T5, и есть разница в том, что шестерни имеют отличия. Вроде бы приводные моменты у всех одинаковые, а сама шестерня вот отличается. Мы специально сделали одну черную, другую белую, как вот два веселых гуся, но не в этом случае. Вот. И вот эти вот шестеренки, к сожалению, не могу показать, как вот в электрической части она вставляется, как тут натягивается пружина. Ну, очевидно, если вы уже разобрали сам механизм, то, наверное, будет вам и несложно разобраться дальше, как что заменить. Но момент в том, что в чем есть отличие, я вам сейчас покажу. Вот получается сам механизм, это у нас есть ручной стеклоподъемник, и вот шестерня, которая в нем была, а вот так вот она обломилась. Ну, то есть нормально возникает ситуация, в основном в зимнюю пору, когда стекло примерзает к резинкам, и человек пытается, там, водитель, пассажир, сорвать стекло. Вот, открыть, ну и в результате там шестерня не выдерживает. Вот, скажем, такая же самая шестерня у нас. Мы их делаем уже, в принципе, достаточно давно. Вот так вот она у нас есть, выглядит. Пытаемся, как всегда, если есть возможность шестерни усилить, все, что к нам попадает в руки. Ну и вот таким образом она довольно-таки, скажем, там просто ставится, привод, то есть вы за ручку вращаете, ну и дальше уже механизм приводит в движение стекло. Вот. Это касаемо шестерни механической. И вот чем они отличаются, механика и электрика, видите, то есть если вдруг ситуация такая возникнет, что у вас будет проблема с вашим стеклоподъемником, значит, что надо сделать? Обратиться в компанию Cahesa, то есть к нам, и приобрести то, что вам будет необходимо. Единственный момент, не могу сказать точно года выпуска этого автомобиля, ну, знаю, Т5 Volkswagen 100%, вот, и, возможно, и дальше года, может быть, и в Т4 что-то похожее, но, как правило, производители меняют, ну, размеры меняют, скажем, внешний вид, привод меняют, то есть это их задача защищать себя. Вот. Но даже если вдруг случится такая ситуация, что у нас нету шестеренки на Volkswagen, там другая машина у вас, вы можете обратиться к нам, и мы, конечно же, обязательно ее сделаем. Единственное, что надо будет выслать весь механизм в сборе, и тогда, чтобы мы опробовали, поставили на место, как работает привод, все остальное, и тогда вы получите все то, что вам надо. Ну, а вот так вот они, видите, разница вот настолько, вот такая вот, абсолютно, можно сказать, визуально-то они вроде похожи, а тут вот привод абсолютно все другое. Так что, если что, обращайтесь, пожалуйста. Мы компания, которая занимается производством запчастей из пластика. То есть направление бытовая техника, есть направление автомобили. Очень много всего. www.cahesa.ua наш сайт. Телефоны все в начале видео. Если что, звоните к нашим менеджерам, задавайте вопросы, получайте правильные ответы. И еще раз акцентирую на том, что если есть такие моменты, которые мы еще не сделали, вы всегда можете обратиться к нам. Выслать свой механизм, свою запчасть, свое устройство. Мы обязательно сделаем ту шестеренку, муфту, втулку или какую-то защелку. Все то, что вам есть, будет необходимо. На этом все. Доброго, до новых встреч. Ищите нас на просторах YouTube. Подписывайтесь на наш канал. Видео у нас достаточно много разного.
разнообразного. Рассказываем все, что можно рассказать, все, что к нам попадает в руки, пытаемся донести для того, чтобы самостоятельно, в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисных центров, там, каких-то мастеров, вы сами всегда могли своими руками сделать минимальным набором инструментов. Подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик. До новых встреч. Будьте здоровы.